если стоит про восстановление снимать видео, поставьте класс и напишите комментарий. Да, нет, если не стоит это снимать, мы не будем особо сюда тогда и наведываться, как и собирались в последнем видео. Получается, это у нас просто нулевая серия второго сезона, которая как бы пилотная. Того. Как их называют, пилотная серия? Веретьево 2.0. Так и назовем. Новое начало. Ну это уже «Звездные войны» пошли. Да. Вот мы думали, что мы все-таки сюда не вернемся. Нас Саша позвал сходить сегодня. Сегодня у нас 31 декабря 2020 года. И как я думаю, многие из вас догадались, это Веретьево 2.0. Второй сезон. Да. Просто были люди, которые просили снять продолжение, что тут будет дальше. Ну, они просили продолжение, мы им сняли продолжение, хоть и не ожидали сами, что будет. Да уж. Смотри, памятник Таницкий. Поставили ровно, который здесь. Интересно, рогатка. Вот она. Ну, тот валяется, тот чуть подальше вот стоял. Фотографии почти, вот там такая на конус, да, там. Ты же мне присылал, или где я видел эту гравюру? Там такая на конус была. Чётко, да? Где-то люк был, помните? Ну, вот такую красоту здесь наводят. Интересно. Это она вот из таких квадратиков собиралась, да? Интересно. Ну, антиквар. Ковка. А это старый крест. Слушай, что, а что тогда в алтаре, интересно, сделали, если вот этот крест из алтаря-то? А что, есть что сказать? Что сказать? Ну, даже не знаю. В принципе, как говорится, Веретьево для души выглядело для моей конкретно немного по-другому. Поэтому сейчас сложно сказать, как я себя здесь чувствую. И хорошо здесь теперь или плохо, пока мы не знаем. Увидим, что будет дальше. Сними вот это все. Слушай, а там дальше чего такое?
Высоко видно, давайте. Ага. Высоко он видит. Да я сейчас уже это запутаюсь здесь, если вот так вот. Я уже. Где береза-то кривая? Спилили ее, да? Похоже на то. Но она вон там была. Слушай, а елки? По-моему, все вспилили. Потому что деревьев тут раньше было больше. Я уже потерялся здесь, в общем. Все дела. Смотри, кобелей, сколько теперь. Уже ползбетонируют. Смотри, они. Фонарь где? Фонарь включи. Там вот здесь темно. Но и в то же время здесь тепло. Пойдем смотреть. Все, ребята, концы в воду, стяжка бетонная. Кондей. Вообще, если вдуматься, смотри, что стали, сними. Кондей-то? Да. Я его уже снял. Что там? Эту я уже снимал будку. Тут в основном эти выключалки разные. Нет, это вот, наверное, включает вон там. Ну что, рискаешь нажать? Да, зачем? И то верно. Че, погнали дальше посмотрим. Че, в алтаре? А то ты туда хотел посмотреть. Это все, ребята. Все намного проще? Конечно. Когда пойдем на помощь, да, все убрали. Видишь? Здесь уже много. Так что не помню, кто меня спрашивал, что здесь надо копать, что-то смотреть, все. Я вам говорил, время ушло, больше здесь вы не будете еще копаете, посмотрите. Че, в натуре гвоздь? Сними весь вот этот, как сделал. А, всю вот эту вот ступеньку? Да. Ну правильно, вот оно все и стоит в землянке. Считай, все иконы отсюда сняли и положили там. Осталось немного только здесь. И алтарь пустой, да? Да, алтарь такой же пустой. Из него тоже все вытащили. Жарко здесь. Вот этим установили тоже. Две штуки. Короче, все восстановили, да? Ну да. Если стоит
про восстановление снимать видео, поставьте класс и напишите комментарий. Да, нет, если не стоит это снимать, мы не будем особо сюда тогда и наведываться, как и собирались в последнем видео. Получается, это у нас просто нулевая серия второго сезона, которая как бы пилотная. Того. Как их называют, пилотная серия? Веретьево 2.0. Так и назовем. Новое начало. Но это уже «Звездные войны» пошли. Да. Достал уже пустая. Мне интересно, куда они все свечки делят. Здесь же сколько свечек. Все дела. А тут цемент. Ну что скажешь? Без комментариев. Ясно. Че, погнали наверх посмотрим, что там творится. Ширик мне как? Врубай. Пока идем по лестнице. Сейчас посмотрим, что там дальше. Я уже забыл. Ну да, о чем были один раз. Хотел сказать, уже забыл все. Меня видно хоть? Угу. Телефон. Без фонаря, да. Ну да. Здесь тоже уже делают эту сетку для полов. Дверь тоже стоит. Mm. Вот, смотри. Сейчас посмотрю. Ну-ка. Нормально. Круто. И тут кондей стоит. Будет возможность эти прессы снять. Вон там как бы. Только смотри, куда наступаешь, что ты спаги, этот фреск. И вот они стоят с глазами, как у зомби каких-то. В натуре как зомби какие-то стоят. Не, тут другое интересно. Отойди чуть подальше. Маша ходила в церковь приходскую школу. И когда я показывал вот эту фреску, она сказала, что сейчас такой икона, как это сказать, икона, иконопись, да? В общем, сейчас таких одежд уже нет, таких прикидов у людей, которые нарисованы. Сейчас уже все по-другому. Это интересный вопрос. Ёпрос. Что изменилось? За сколько получается? За 200 лет? Тут, блин, телефон шалит из-за этих двух окон. Чего? Из-за окон он начинает освещение. Фонит. Да, фонит. А пальцем на воде, оно не будет терять. Пойдем посмотрим вон ту. Интересный пол. Пол снял, да? Ну да, тут арматура и еще это. Какая-то фигня. И вот здесь, что это, я не знаю. Надеюсь, меня слышно. А то кондей стоит, да? Дует. Но
ходит версия, что на втором этаже церкви Веретьева якобы нарисован где-то был ад. Может, имеет в виду вот это, но это не похоже на... Но вот эти люди лежат, вот этот явно мертв. Здесь вот похоже на то, что мать ребенка вот так прикрывает. Здесь непонятно, что за женщина. И что вот тут происходит, тоже непонятно. Я не настолько силен в таких фресках. Меня больше... Насчет церковной всякой темы, только то, что мне было интересно самому. Меня, знаешь, что больше прикалывает в этих фресках? То, что у них почему-то так получилось, что именно глаза, так сказать... Не царапали, да? Да, нет, скорее не выцарапали, а то, что они, так сказать, сами, так сказать... Как это называется? Ну, короче, высохло все так, как будто они теперь на зомби похожи. Вот что. Да не, это, мне кажется, выковыривали специально. Ну, может, специально. Пойдем теперь посмотрим, что здесь в алтаре. Жара, ты не да. Упел? Я не знаю. Ого, какой тут потолок сделали. А вот и, как говорится, главная крыша над алтарем. Вот она как здесь сделана. Сними. Я уже ее снял, но да ладно, еще разок. Конечно, все интересно, но тут тоже смотри. Они сломали. Помнишь, тут свод был такой? А, этих-то? Они его сломали, видишь? Поставили просто это. Понятно. Опять свод. Арматура моя любимая, кованая. Арматура 18-19 века. И сравните с арматурой 21 века. Там еще все так и остается. Мох. Угу. Его прям отчетливо видно на телефоне, такой да. Зеленый. Что хотел сказать, вот ты говоришь, не узнал эту лестницу, а я понял, что это за лестница. В прошлом видео я тебе вон оттуда, где сейчас сделали вон доски, я тебе прикалывался, да? Оператор номер один поднимает здесь, вот снимает оператор номер два. А я тебе скажу, что это было не так. А может и не так, я не знаю. Я матушку говорю. Знаешь, почему? Вот эта лестница, по которой я поднимался. Тогда. Иди сюда. Ай, вот здесь проход. И если мне память не изменяет, может, я, конечно, не прав. Блядь, я тут не провалюсь. Не провалишься. Но у меня такое ощущение, что ты нас разве оттуда снимал? Нет. Мне что-то казалось, что мы с ним вот так поднялись, и я пошел к этой лестнице. А уж там хрен его знает. А тут уже холодно. Закрывайте дверь, чтобы у них тепло не выходило. Что тут? Чердак. Стекловато. Все влажно. Так, ну здесь ничего интересного. Вот здесь уже... В этот раз. И, так сказать... Уверенно лезу. Да, флешбеки из прошлого видео. Да? Да, и ты так же поднимаешься даже. Только побыстрее. Нет, мне кажется, что там лестницу немножко переварили. Может быть.
Но это не точно. Я не утверждаю, что так. А теперь мне тебя догонять надо. Так, ну тут уже, короче, выше делать нечего. Тоже скучно. Я сейчас это, к себе на свой сниму. Хорошо. Я выключаю. Главное, не выключай. Чтобы это... Ну, я звук возьму с того телефона. Здесь просто не пройдешь. Вот. Леса стоят. И я думаю, нет смысла лезть выше. Вот и все. Чисто поэтому. Ой. А так, конечно, мощно они все здесь сделали. Это что там? Что-то у тебя упало. Кусок камня отвалился. Видите, как бывает. Что-то я уронил. А что, я сам не знаю. Все. Я спускаюсь, потому что больше как бы тут делать-то нечего. Блин, думал, телефон уронил. Уронил. Да. Ну ладно, что, ребят. Видишь, как в этот раз спокойно. А тот раз прям, блин, жутко, страшно. А сейчас нормально. Так что интересно здесь. Ну, просто потом, когда совсем здесь весь процесс запустят, мы уже не сможем даже сюда прийти, посмотреть и что-то снять. Поэтому пользуюсь моментом. Капец, я тут надышал уже. А? Да надышал белых облаков. Потом я? Будет... Я. А. Потом будем опять говорить, призраки меня преследуют. Не, ну слушай, ну там реально тогда было белое пятно. О, вот, согласись. Я помню. Мы же с тобой вот здесь фотографировали, стояли, да? Ну. Ты смотрел туда. То есть, оно было вот здесь. И ты сам видел, что сзади нас, когда мы смотрели в телефон, никаких белых пятен не было. А, кстати, когда я зашел, когда мы зашли, произошла твоя любимая вещь. Это резкость потерялась. Ну, как обычно здесь это еще. Это уже классика здесь. Здесь, да, еще никто не снял до сих пор нормально внутри церкви, чтобы не терялась резкость. А почему до сих пор ни один из этих альтернативщиков, аномальщиков, как хотите их называйте. Как угодно. Не поняли, в чем здесь дело. У тебя пока что временное управление оператором. Идем пить чай. А то мне надо тут слезть. Давай. Не упади там. Ага. А то там полметра. Опа. Да слезай уверенно, небось. Катался тарзанка. Да я не знаю, может он на ней подтягивался. Больше на тарзанку похож. Не, ну я думаю, на ней это. Как его? Блин, она не лопнет подо мной. Может не надо? А? Сучок, да. Да не, нормально. Я думаю, он знаешь, что на ней делал? Ну, пресс качал. Висел и ноги поднимал. Но это не точно. Да. Что здесь не хватает? Здесь тоже же деревья были, да? Да, здесь были деревья, причем конкретно так деревьев. Поснимай все по округу, как что изменилось. Поснимай, что решишь сам. Ты умеешь снимать. Да, больше сейчас деревьев вырубили. Было больше. Че, пойдем смотреть, где Серега Огнев царапал, да? Угу. До трех ночи надпись, которую якобы Саша оставил.
Юмористы. Что интересно, колокольчик. Коммунисты. Опа, древний гвоздь. Кстати, удобная штука. Смотрите. Да понял. Если его зажать вот так, то вы будете похожи на росомаху. А если иметь тройку таких, то точно на самом. Нет, тройку сложно зажать, мне кажется. Ну, не знаю. Это уже уголовка. Это уже к пластине лучше не приваривать. Это статья. Ну чё? Ну чё, заходим туда, куда вообще почти. Не, вот смотри, а не видишь, где теперь атрибутику храня? Вспышечку. Да, дальше ты. Держи. Мы с ним видим, поснимаем. Думаешь? Только я не пойму, зачем она здесь теперь, эта вся атрибутика, хранится. На время ремонта, может, сюда переместили. Да не, а может, это Серега с Антошей принесли? Стырили. Да нет, ну, для этой, как ее? Да, вот так вот. Для, как сказать, зрелищности видео. Да не, эти мужики не колдуют. Ну тут уже топчан-то же даже переделали. Смотри, а дверь сюда положили. Вот не лень Сереге там было лазить, а? Вот честно, мне бы и то впадлу было. Ага, вот он эту надпись нахерачил. Ну, блин, это все хуйня. Это свежак. Хотя, блин, землей, конечно, испачкано. Не, ну правильно. Просто мы думали, что события некоторые совпали. Вот на этом бревне она, вон с той стороны. Выйдет еще смешнее, если вот этим же гвоздем видно. Кстати, да, 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 да. Ну что, господа, выходим. А? Чего? Кого? Иконы. Опять принесли? Ну, я уж не знаю. Что бы это значило? Их же не было здесь. Помнишь, я проверял, смотрел все, вообще ничего не было. Ну тебя-то уж куда понесло? Смотри, что он здесь нацарапал. Ну что он нацарапал? Он прочитал, что он нацарапал. Масло лампадное. Без комментариев. Ну что? Чашки, смотрю, все равно остались. Много чашек. О. Ты говоришь, чашки бери с собой. Не, ну блин, в тот раз-то не было. Это что, блин? Где? Офигеть. Че это? А не киевская кружка. Да? Да, милосердие и порядок. Mm-hmm. Я думал, мне показалось издали. Это у Аникеева, который организовал в свое время фирму ПАКОМ. Сейчас он депутат, если я не ошибаюсь, от Единой России. И он уже давно заседает в Думе. То есть вот это милосердие и порядок. Во Владимире есть бесплатный кинотеатр, где можно смотреть кино. Есть какая-то больница от него. Может быть, еще что-то есть, но я об этом не знаю. Так что... Очень интересно, что эта кружка появилась у Веретьева. Скажут, вон эти трое. Смотрите. Помните, пацаны нам рассказывали, они ходят здесь, снимают. Когда их видите, нужно делать вид, что мы работаем. Ну, вообще все видео, это не про Веретьева, это именно про эту церковь. Начались с нас, потому что до нас там почти ни одного видео не было. Не, но были, почему? Нас слишком мало. Были редкие, это мы тут начали сюда ходить. И все сразу... Снимать про все подряд. Как видите, здесь выпилили весь лес. Если здесь раньше было не проехать, не пройти,
то сейчас тут чуть ли не поляна. Слушай, а баню-то сломали, что ли, да? Чуть не видно. Нет ее. Да она была там, вот так. Где? Не знаю. Ну пойдем посмотрим туда. Как я и говорил, баня у него стояла где-то вот здесь. Потому что вон ориентируюсь на тот, этот. Я тогда шел откуда-то вот отсюда. Вот здесь по тропинке через кусты и вышел к тому дровнику. А сейчас, похоже, ее разобрали. Или сделали из нее вон тот туалет. Кстати, вон она похожа на ту речку. Да. Вырубили весь лес. Ну, не весь, но большую часть. Ну, что тут? Ты на реке, что ли, стоишь? Но с другой стороны, в принципе, все равно атмосфера изменилась. Но чистое поле, вот, покажи. Что тут сказать? Сами видите, как совсем ничего не осталось. Даже не знаю. Сейчас мы снова ниже мертвых. Кладбище выше нас. Так что вот так вот, ребята. Это что-то такое. Шест. Возможно, проверяйте эту, так сказать. Что там сломан? А? Там болото такая. Не, ну да. Не, все равно местность изуродована. Прикинь. Да это пусть горит, костер они там ждут. Как говорится, ну жгут, ну жгут. Что тебе? Ну да. Вот козлы. Диван сперли. А я только сейчас заметил, что дивана-то нет. А я-то размечтался. Приду, поставлю чайничек, на диванчике посижу. Посидел на диванчике. Сперли наш диванчик. Единственный тут плюс стал, что здесь больше никто... Мозг не выносит ни плоской землей, ни концом светом, ни чипированием. Но я все равно не помню, он про 3 дня темноты ни разу не заикался. Значит, он эту фишку просто не видел, на. Лоханулся как-то он с этой хренью. Казалось, вечно дождались. Да, ты не хотел свистеть на морозе. Но он плохо будет свистеть. Но зато свистит уже хорошо. Ну да. Хоть кипит там? Конечно, кипит. Ну все, можно чайку подержать. Ну что, все. Выключаем. Опа. Пока что. Я уже забыл, в какую сторону выключать-то. Угадал с первого раза. Пусть остывает. Так, где наши кружки? Наши кружки у меня. Нет, вот они. А, ты их уже достал? А ты достал чай, кофе? Я не знаю, где у тебя чай, кофе. Сам достану. Поэтому... Сахар. Ага. Вривите. Вривите сахар? Да, вривите сахар, в скорбинке кофе. А чай... Чай. И эти достань, трубочки наши. Да-да-да, трубочки. Так. Чай, кофе, сахар. А трубочки это наши трубочки. Ну да. Трубочки. Опять они холодные. Ну, только ты как хотел. Зима. Я его задел. Вот, я его сейчас включил. Включил, вот. Давай по новой чай разогревать. Да, сейчас будем по новой разогревать чай. Оказывается, телефон выключился, мы выпили весь чай. Все, у нас тут шаром покати. Все кончилось. Наше любезное новогоднее поздравление... Всяким слоям населения тоже не записалось.
Да и пофиг с ним. Да. Вот так вот. Там все равно опыт горе и слушать. Да. Не, ну реально, я не знаю. В общем, пожелать в этом году... Как-то нечего. Нечего никому. Прошлых, может быть, и были какие-то мысли, а сейчас уже все. Да. Постарайтесь пережить 2021 год. И желательно все последующие. Да. Я не знаю, что. Еще куда пойдем? Или уже на выход? Дальше. Я не знаю. Можно, конечно, и дальше сходить. Можно дофер домой подойти. А думаешь, стоит? Если олени хотите посмотреть. Да о чем мы оленей не видели, что будем реалисты. Если я захочу посмотреть оленя, я встану на входе в школу, развернусь вот так и буду смотреть, как он заводит свою машину. Блять, а прикинь, если в натуре она 4 числа будет работать, пиздец. У нас пошел дождь, а дождь я смотрел, передавали, что он должен быть 2 января, а пошел 31 декабря. Вот так вот.